Мы сегодня распакуем Hot Wheels Smashers. Тут я уже оболочку снял, а то это долго снимать. И сейчас мы распакуем. Думаю, сейчас попробую. О, почти. Много. Вот тут еще есть такое яйцо, пакетики. Сейчас мы это понятно. Так, мы сейчас посмотрим, с чего нам начинать. Ой, стержи. Так. А додумал, тут можно чем натереть. Достаем тут отсюда все. Сколько пакетиков у тебя, посмотри? Раз, два, три, четыре, пять. Пять пакетиков. Так, сейчас мы будем начинать с первого. Какой будет первый? Этот. Угу. Ух ты, там задание. О, желтый пакетик. Желтый первый. Этот. Тебе нужны ножницы? Да, они не нужны. Сейчас посмотрим. И что же там в желтом пакетике? Кубок. Это кубок? И что это должен быть скелет. Первый пакет? Кубок. Да. И кто там еще? Скелетик. Ну-ка, давай получше его подскажу. Ой, какой страшный скелетик. Так, сейчас мы дальше будем... Дальше стираем. А, вот это... Перепутали. Что же это? Машины. Вот мы это. Открываем машину. Сейчас попробую. О, слизь. А что там колеса. Там? Похоже на уголь. Это асфальт? Может быть. Сейчас достанем колесико. Первое. Второе тут почти. Третье. Потом четвертое. В этом пакетике колесики. Да. В первом был скелетик сколько? Во втором. Колеса большие от джипа. Да. Я сегодня, кстати, собирала джип. Это будет джип. Выпадаем. Да, еще с этим. Вы забыли три колеса. Вот это чисто. Все. Эту жидкость мы больше не раскрываем. Следующее. Что у нас следующее? Третье. И что же там? Джип. Джип? О, корпус машины. Это корпус от машины. Здорово. У нас есть колеса, корпус, есть водитель. Так, дальше. Дальше четвертый что? Шаг. Четвертый шаг. Кто там? Что там? Вот. Еще один какой-то пакетик. Какой-то странный чудик. Чудик на пакетике. О, я не знаю, что это. Бампер. Это, еще. Наверное, бампер? Ну-ка, давай. А вот это посмотрим. Похоже на паровоз. Мне кажется, что это основа машины. Основа и... твоего джипа. Так, дальше. И, кстати, тут бассейн. Так, дальше что будет? Что дальше? Вот это. Еще один пакетик. И что же в нем? Сейчас посмотрим. Барсиня тоже хочет узнать, что же в пакетике. О, песок кинетический. Там песок? Давай посмотрим поближе. Вот. Ух ты. Сейчас мы попробуем это вытащить. Наружу. А потом... Потихонечку высыпай.
что пока что. Вот тоже кирпичики. Сейчас посмотрим. И что там у тебя в песке? Кирпичики. Это кирпичики. Это будут препятствия для машины. Это препятствия для джипа. Похоже, что они сделаны из резины. Они резиновые? Да. Класс. Так, это вот сюда. Так, дальше идем. Вот что у нас дальше? Так, дальше что у нас? Что там дальше? Давай, смотри. Шок. Раскрыть. Так, это же вот эти штучки. Нужно раскрыть колесико. А там много. А это пятое? У да. тебя же четыре уже есть. А это пятое колесо? Нет, это не пятое. А что там внутри? Это колесо с секретиком. Его нужно открыть. Ну, как оно туго открывается. Сейчас добавлю. О, получилось. Блин. И что же там? Зомбак. Это зомбак? Да. Какой страшный. Еще так. один, да? Угу. Это зомбак? А тут это... скелетик. Скелетик. Так, на поиск колеса. Колеса у нас есть, но что-то еще не хватает. О, вот еще. Еще. Это не простое колесо. Их тут два. Их два. Так, распакуем. Как же они тяжело достаются. А сейчас мы уже почти раскрыли колесо. И сейчас посмотрим, что там будет. Опять же, его надо не стоять. Ух ты! Кто же там? Это слизняк. Это слизняк. Я положу вот сюда. Так, дальше что там? Дальше. Будет? Где твоя карта? Ты все на карте посмотрел? Так, Егор. Где? Вот. Нет, мне еще седьмой шаг. И еще мы это распакуем и соберем машину потом. Так, мы потерем этим. Так, где у нас есть? Вот это. Как же оно тяжело. Все равно я достану. Это же слайм. Что черный. Там? Там что-то в слайме? В черном? Покажи. Фуфкон. Сейчас достанем из этой черной пленки. Легко. Первый есть. Второй и третий там остались. Второй и третий. Давайте доставайте. Это три конуса? Да. Только они в черном слайме. Это для препятствий? Угу. С кирпичиками. Этот самый запачканный. У нас есть основа, колеса, корпус. Нам еще не хватает. Вот такие чудики, препятствия и оранжевые конусы. Они в черном слайме. Так, я пойду помою руки.